эти годы человек становится тем, кем он и будет до конца всей своей жизни. Думай о том, что из тебя получится. Для внедрения ее в организмы этих 15 суперпауков. Их 14. Питер, знакомься, это мой отец Норман Осборн. Я тебя слышал. А что наблюдалось в ходе этого эксперимента? Какие побочные эффекты? Жестокость, агрессивность и безумие. Ты поразительное существо, Человек-паук. Мы с тобой не такие уж разные. Но я предоставлю тебе выбор. Запомни, чем больше силы, тем больше и ответственности. Но есть то, что им куда милее геройства. Промахи героя. Его падение и гибель. Мы выбираем, кем хотим быть. Так выбирай! Что бы я ни делал, как бы я ни старался, расплачиваться за все вечно будут те, кого я люблю. Я венец твоих творений. Ты же всегда жаждал именно этого. Власть, полная и безраздельная, о которой ты даже не мечтал. Одно существо может нас остановить.